чувство мяча. Делаем штопор. 20 секунд. Бум в другую сторону. Такие мы делаем 4 серии. Восьмерка. Восьмерка. 4 в одну, 4 в другую. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. 4, 5, 6, 7, 8. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. 2, 3, 4. Итак, 4 серии. Делаем вокруг ноги, за спиной, вокруг ноги, за спиной. Так, круг. 4 круга в одну, 4 в другую. Сколько успеваем? Раз. Два. Три. Четыре. Чуть-чуть не успел, мы такие делаем 4 серии. 20 секунд мы ловим, подбросим. У кого же получается без зрительного контроля. Вторые 20 секунд мы делаем другой рукой. Левой рукой. Пресс. За 20 секунд. Как можно больше количество раз. Тоже 4 серии делаем. Три раза. Следующее упражнение делаем. Восьмерка за спину. Раз. Два. За спиной. Раз. Два. За спиной. Раз. Два. За спиной. Раз. Два. За спиной. Также 4 серии делаем. Следующее мы делаем комплекс. Штопор. В одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую сторону. Восьмерка. 8-8. Вокруг ноги, вокруг туловища, вокруг ноги, вокруг туловища. 4 в одну, 4 в другую. Подбросить. Поймать 3 раза. С одной руки, с другой руки. 12 раз скручивание. И 8 раз восьмерка. Свой. We'll be right back.
8. Вынос мяча на бросок, то есть финт на бросок, и вышагивание, и пилотирование. После бонус. Финт, скрестный шаг с ротацией. Назад, финт, скрестный шаг. Финт, скрестный шаг. Скрестный шаг. Прямой шаг, но надувную мяч и теннис по 20 раз подряд повторений простых, как можно быстрее. Сверху ловим. Снизу. Удар в боксе. Мы подбрасываем чуть-чуть, опускаем, ловим мяч на уровне параллельно земле. Тест на отжимание, обязательно касание теннисного мяча грудью. Максимальное количество раз. Вот здесь. Руки на локтях, обязательно касание. Тест планка. Максимально количество времени простоять. Тест Купера делаем два варианта. По две серии каждой. Первая серия. Отжимания. Бёрпи, пресс, приседания
и 2 серии отжимания. Прыжки двух ног к рукам в упоре лежа. Пресс, склепка и разножка. Еще одну такую серию сразу же. Я вам следующие две серии теста купил. Разножка задела касание пола. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сразу же вторую серию.